Громкий скандал разразился в Министерстве транспорта и дорог. Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями задержала сразу троих сотрудников ведомства. Ответственные чиновники использовали коррупционные схемы на автодороге Бишкек-Ош. На пунктах пропуска Сосновка и Каракуль отдельные сотрудники взимали оплату с водителей согласно утвержденным тарифам. Однако в базу автоматизированной системы вносили искаженные сведения. Несмотря на созданные благоприятные условия со стороны государства и автоматизацию работы вышеуказанных стационарных пунктов пропусков, отдельные ответственные работники вышеуказанного структурного подразделения Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики в целях незаконного получения материальных выгод, а также преимуществ для себя и других лиц на протяжении длительного времени вносили в указанную систему искаженные данные, а именно изменяли страну происхождения иностранного транспортного средства, уменьшали габариты транспортных средств, кроме того, не фиксировали транспортные средства, суммы, которые взимали за оплату, присваивали себе. Схема по присвоению денег работала с декабря 2018 года по март 2020 года. За это время сотрудники автодороги нанесли ущерб государству до 10 миллионов сомов. Также хотелось отметить, что незаконные действия могли иметь место только при покровительстве выше должностных лиц структурных подразделений Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики, которым автоматически поступали все данные. То есть данные именно вид транспорта, государственный номерной знак, взимаемая оплата в государственный бюджет. Но ими не принимались никаких конкретных мер по недопущению вышеуказанных фактов, по пресечению недопущению вышеуказанных фактов. Сейчас подозреваемые доставлены в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся дальнейшие следственные мероприятия в целях установления круга причастных лиц из числа вышестоящих должностных лиц. Напомним, что это не первый случай коррупционных схем в Министерстве транспорта и дорог. В прошлом году был задержан экс-заместителя министра Азимкан Джусупалиев. Его обвиняют в получении взятки в 50 тысяч долларов. Бывшего чиновника приговорили к 14 годам лишения свободы. Мерима Албекова, Кудрат Ташмурзаев, 5 канал.